Поехали? Давай. Всем привет! Это Сергей, и это мой видеоотчет по фокусам от Азата, значит, первая неделя. Итак, для фокуса берем две резинки абсолютно одинакового цвета. Андрюха, смотри сюда. Одну резинку я надеваю на палец, вторую пропускаю вот так вот. И они у меня никуда не деваются. Но если я их возьму вот так вот, потру, то они у меня разойдутся. Итак, это был первый фокус. Теперь до встречи во втором видео. Итак, это Сергей, мы продолжаем наш видеоотчет. В этом видео я хочу показать фокус с картами. То есть возьмем самые обычные карты, да, то есть вот самая обычная колода, не крапленая, ничего, да. Перетасуем хорошенько, помешаем. Сейчас я буду тасовать, ты в любой момент меня тормозишь, просто скажешь стоп. Все, вот я начинаю тасовать. Стоп. Запоминаешь? Да. Запомнил? Да. Тасую. А все отлично, да? То есть я ничего не трогал, ты там сам все сделал. Сейчас тасуем еще пару раз. Итак, теперь я буду просто переворачивать карты. А ты в любой момент говори стоп. Стоп. А вот теперь, Вов, давай поспорим. Что следующая карта, которую я переверну, это будет твоя карта. Давай. Давай? На зарплату. Разговорился. Че? Да я что-то не сам. Ну ладно. Давай поспорим. На че? На сотку. Давай на сотку. Давай на сотку. Следующая карта, которую я переворачиваю, это твоя. Да. Смотри, я беру. Хоп! И перевернул. Итак, всем привет, это Сергей, это мой, значит, мое третье видео, отчет по фокусам от Азата. Итак, следующий фокус у нас опять же с картами. Так, цвет, смотри, у меня есть колода, да, самая обычная. То есть, не крапленая, ничего, одинаковых карт нету. В общем, все хорошо. Сейчас смотри. Я буду тасовать карты, ты в любой момент меня останови. Просто скажи стоп. Ну, смотри, я начинаю тасовать. Стоп. А теперь тасую. Верно, не забыл, ты скажешь. Нет, ну я тебе просто дал потасовать там. А! Там в смысле я тебя не жду. Я думал, ты меня ждешь, что. Не, я думал, ты сейчас потасуешь сразу быстро, кадришь, что, блядь, долго как тасуешь. Ладно, давай еще раз сейчас прям потасуем. Я думал, ты когда теперь мне скажешь, что. Я тебе же могу. Ну что ж, я прям прибалдел. Свет, смотри, я начинаю выкладывать карты, да, просто на стол. Просто начинаю на стол выкладывать карты. Просто начинаю выкладывать на стол карты, а ты в любой момент скажи мне стоп. Стоп. А вот теперь спорим, Свет, что следующая карта, которую я переверну, это будет твоя. Нет. Чего нет? Нет. Что нет? Она уже здесь.
Я говорю, сейчас вот следующую карту я переворачиваю, твоя карта. Нет, она уже здесь. Слушай, я этот фокус показывал еще раз. Поспорим. Она уже здесь. Спорим. Следующую карту я переворачиваю. Давай посмотрим. На сотку. Нет, на я на деньги не играю. Хорошо, на конфету. На конфету, да. Все, я переворачиваю следующую карту. Вот эту вот карту. Кали, Андрюх. И снова здравствуйте. Это опять Сергей, и это видео номер 4. Мое домашнее задание по первой неделе тренинга от Азата. Итак, в этом видео я хочу показать фокус с монетой. Вот этому человеку. Итак, Серега, смотри, у меня есть обычная монета, да? $0.5 американские. То есть я их возьму, заберу. И достану волшебный карандаш. Так, уважу, пойду. Хоп! И монетка чудесным образом исчезает. Привет! Это опять Сергей, и это мой 5-й видеоотчет по фокусам от Азата. Итак, в этом 5-м видео, в заключительном, я хочу опять же показать фокус с картой. Так, Лёх, на, перетаскивай колоду, как хочешь вообще. Ну, только недолго там. Недолго? Ну. Хорошо. Как скажете. Теперь смотри, я буду карты тасовать, ты в любой момент меня останови, просто скажи стоп. Понял, да? Давай. Стоп. Теперь опять тасуй. Ты запомнил карту? Да. Тасуй теперь еще раз. Ты уже посмотрел? Нет. Я их в твоих глазах прочту. В моих? Конечно. Глаза зеркало души. Лёх, ты не знал? Нет. Короче. Итак, короче, карты затасованы, да? Давай я еще раз их перетасую. Шули. Так вот, так вот. Могу потасовать. Все, хватит тасовать-то. Сейчас смотри, Лёх, я буду их просто раскладывать на столе, да? На стол буду выкладывать просто по одной карте. Угу. То есть твоя задача просто наблюдать, как я это делаю. Угу. То есть я вот выкладываю карты, И ты в любой момент должен сказать стоп. Ну только успей, пока колода не кончится. А, хорошо. Ну стоп. А вот теперь, Лёх, с парнем, следующая карта, которую я переверну, будет твоей. Ну я спорить не буду. Почему? А что я буду спорить-то? Ну давай, я переворачиваю карту. Слушай, а их в колоде что, может быть, две, что ли, таких одинаковых карт? Нет, все карты разные, как положено. А как она будет сейчас здесь, когда она вот здесь? Лёх, я тебе отвечаю, я переверну следующую карту. Поспорь. Не буду я спорить. Я переверну следующую карту, там будет твоя. Ну пускай будет. Спорим? Да не хочу я спорить. Давай. Я не люблю спорить. Ну короче, здесь следующий. Наёбка в чём-то. Нет наёбки, Лёх. Ну я не верю, что ну, всё, будет. Я переворачиваю карту. Переворачивай. И это будет твоя карта. Ну, то есть я карту переворачиваю, это твоя. Я беру вот эту карту. Переворачиваю. Твоя? Моя. А здесь совершенно другая, Лёх. Я же тебе говорил, тут все разные карты. Итак, друзья мои, это был 5-й фокус. Пока!